Всем привет! Это видео посвящено подтяжкам или бендам, как их называют. И на примере ля минорной тональности я покажу то, что я знаю. Буду использовать ля минорную пентатонику. Самое главное в подтяжке — это знать, куда ты ее тянешь. На второй струне 8 лад буду тянуть эту ноту к следующей ноте. И проверяю. Следующую подтяжку можно сделать там же на 8 ладу, на первой струне. И тянем ее тоже на тон выше. Вот к этой ноте. Проверили. Подтяжки надо делать хотя бы тремя пальцами. Вот что касается верхних подтяжек, не делайте ни одним, ни тремя, а лучше четырьмя пальцами. На третьей струне можно сыграть подтяжку. Это 7 лад. И тянем ее до следующей ноты пентатоники. Это ми. Проверили. Подтянули. Иногда очень удобно использовать большой палец как опору на гриф, чтобы сделать вот это движение. Подтяжку лучше не перетягивать. Иногда не дотягивать — это простительно, особенно когда вы играете быстрые. Не всегда я успеваю дотягивать, а звучит прикольно. Это что касается подтяжек снизу вверх. Есть подтяжки, которые делаются в другую сторону, вниз. Такие подтяжки можно уже играть двумя пальцами, если не используете мизинец. Даже одним. Мизинцем тяжеловато, но я бы тремя сыграл. Это подтяжки на тон. Есть подтяжки на полтона. Это когда вы полтона тянете к основным нотам пентатоники. Допустим, к этой ноте можно подтянуть ее. Перетянул, извините. К примеру. Есть подтяжки, которые играются на полтора тона. Нота ми на 12 ладу будет тянуться до ноты соль. Это первая струна, 15 лад. И вот получается. Я играю ее тремя пальцами. Первый, второй, третий. Такие подтяжки тяжело делать. Есть подтяжки в сочетании с вибрато. Возьмем, допустим, подтяжку. Или... Можно так сделать. Подтяжка с подтяжкой еще. Она как бы не вибрато. А бывает очень прикольно использовать подтяжки с искусственным флажолетом в сочетании. К примеру, вот обычная нота. Вот нота с искусственным флажолетом. Можно играть не сразу флажолет, а потом дополнить ноту. Очень прикольные подтяжки на нижних струнах. Удачи в занятиях!